Черт. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну ты даешь. Ну тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, это я. О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени. И это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейф подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт. Да? Ты только... Вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Шотландский собор. С
странное местечко для сокровища. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рейфом? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Ха. Представь, на что он готов теперь. Стараюсь не думать. Сэм, слушай, он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Про него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. А тут высоко. Да. Поищем другой путь вниз. Должно выдержать. А, это мысль. Это еще что? Снаряга для раскопок. Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Ладно, закончили. Да. Я рад вас видеть, ребята. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О да, вот это расположение. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Может, нам повезло, и они там подорвались?
Так, орел или решка? Талас, динамик. Осторожней с этой хренью. Эй, я открыл дверь. Это было очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забраться. Да. Эй, а это что? Сюда, Нейт. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Наемник, прячься! Давайте-ка все осмотрим. Пока никто не нагрянул. Ну, пошли.
Есть! Осторожней. Зацепляй. Есть! Осторожно! Зацеплюсь. Ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Ну, тогда попробуй. Вот видишь? Неуклюже. Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Подсади. Тяну тебя. Давай. Спасибо. Все. Так, монашеские кельи. До них всего пара прыжков. А, только не сглазь. Пойду отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. И что дальше? Он подавил меня? С нашей помощью все обошлось. Но как только кончились деньги, у нас не осталось причин участвовать в заваре. А генерал? Не продержался иначе. Ну вы поняли. Как говорит Надин... Вали, ублюдка! Снимите с него сталь! На тебе!
Мы чуть не попались. Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. Сюда. Прямо за стенами. Нет, туда я прыгать не буду. Ищем обходной путь. Олечка, еще охрана. Я сидеть друг не оторвал. Этот урод мне еще тут высказывай. Убил бы. Этот урод за все платит. Как думаешь, что бы сделала с тобой Надин? Я исполнял ее приказ. Ну что бы она сделала? Ладно, идем дальше. Вот это пейзаж.
давай съедем к той колонне. Видишь? Я сейчас. Ты вернулся в начало. Иди сюда. Мы оттуда пришли. Давай назад. Думаю, надо лезть зигзагом. Отдышись. Там опять спуск. Тут поопасней будет. Ну, выдохни. Ладно. Смог он, смогу и я. Круче, чем с моста. А ты что, когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. А, так вот чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Ну, еще по мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Вот и все. Не совсем. Чтобы пересечь ущелье, нужно забраться еще выше. Надеюсь, это был последний спуск. А то уже камней полные штаны. Там жилая зона. Готов?
Земля. Ладно, полетели. Я начинаю привыкать. Эй, помоги мне. Давай. Точно. Боже мой, вот это да! Склеп имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Давай найдем могилу. Нейт, посмотри, здесь есть пара сабель. Как на свитке из креста. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. Скрещенные сабли, череп и кости, 1659-1699. Найдем такое надгробие, и дело в шляпе. Ну, оскверним могилы. Давай. Нет, мы ищем другую могилу. Должен быть еще череп и кости. Посмотри. Tempus idox rerum. Время поглотит все. Боже, какие позитивные ребята. Жаль. Похоже, Рейв тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Ну, а вдруг ему повезло? Надеюсь, что нет. Сначала гляну здесь. А, ладно. Сабель нет. Не то. А вот цитата для тебя. За все грехи придется ответить. Напоминание, что всем воздастся по заслугам.
Это не то. Дата верная, но сабля перевернута. Не то. Нет, неверная дата и сабли никак на свитке. Сэм, сюда! Что, нашел? Вот, Бенджамин Бриджман. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут в сторону. Что это? Ты готов? А я-то давно готов. Ты посмотри. Что тут у нас? Это склеп. То склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Ну, скрестим пальцы. Это монах писал.
О-о-о. Вся банда в сборе. Понятно, как ее открыть. Что это за звезды? Иисус. Слева Дисмос. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником. Грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Наверное. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Ну ты посмотри. Свет идет с той стороны стены. Посмотри, у основания статуи что-то есть. Так, посмотрим. Я направлю свет. О-о-о-о, мне это нравится. Удалось. Соедини точки. Возможно, тебе нужно направить оба луча на звезду. Да. Вроде верно. Все, Нэй. Получилось! Похоже на созвездие. Да, это весы. Весы правосудия. Интересный выбор для шайки пиратов. Ладно, попробуем.
Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Есть одна проблема. Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Черт. К чему заставлять его ждать? Куда-то нам и надо. Лучше. Ну, мы все еще дышим. Уже хорошо. Давай откроем ворота. Сэм, ты готов? Ты как? Отлично. Я, конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы слишком легко. По моему опыту, да. Плюс вся эта движуха в созвездии. Да, было круто. Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну, не будем расстраивать Эвери. Эй, как вы там? Слушай, Салли, мы идем по следу, но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор.
Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно.